Власти Австралии отчаялись победить пожары, бушующие на юге континента. Они говорят, что им пришлось столкнуться с самой опасной огненной стихией за последние 30 лет и призывают жителей региона оставлять свои дома. Воспламенение зарослей и кустарника к северо-востоку от Аделаиды спасатели контролировать не могут. Власти говорят, что собираются насильно эвакуировать из региона тех, кто не уедет сам, а также не позволят никому въехать в опасную зону. Я хотел бы обратиться к тем гражданам Южной Австралии, которые проживают в районе горы Lofty Ranges. Мы имеем дело с невероятно опасными возгораниями. Ваша жизнь под угрозой, и мы просим вас разработать ваш личный план по спасению от огня. В течение нескольких дней воздух тут прогревался до плюс 40 градусов, а распространению огня способствовал сильный ветер. В 2009 году неконтролируемые пожары кустарника на юге Австралии привели к гибели 173 человек и уничтожили около 2000 жилых домов.